Всем привет, добро пожаловать в наш день, один день в октал, и сегодня выходной, который мы начинаем с похода к нотариусу. Да, если вы знали, то можно в Казахстане оформить доверенность, которая будет действительно в России, и это круто. Утром, кстати, довольно прохладно, несмотря на то, что днем становится жарко, особенно на солнце. Ну, сейчас мы тоже выйдем, на солнце будет жарко. Ну да, сейчас утром, потому что в субботу все здесь работает до где-то 12 часу, в том числе нотариус. Вчера мы просто шли в одну контору, чтобы узнать насчет аренды автомобиля. Думали, вдруг можно здесь взять автомобиль на прокат и поездить самим где-нибудь по достопримечательностям. Сходили вот в одну контору проузнать все. Ну, в общем, нам сразу там с порога сказали, что не советуют нам брать здесь машину. Дороги разные, точнее, дорог мало хороших. Особенно, если мы хотим там что-то интересное увидеть, то это нужен внедорожник. А даже если мы его возьмем, то не факт, что там с ним все будет хорошо, и колесо не проколется, еще что-нибудь не произойдет. Говорит, что можете потом на ремонт потратить больше, чем на аренду. Поэтому, говорит, советую вам взять какой-нибудь тур, если вы куда хотите. Это гораздо выгоднее и менее заморочено. Поэтому мы завтра поедем на Абажиру, который, наверное, каждый второй из вас рекомендовал. Взяли вот как раз как бы тур. Ну вот, и проходили заодно мимо нотариуса, зашли вчера узнать, что да как, и сегодня уже идем по делам туда. Факт, который мы совершенно забыли упомянуть в наших первых впечатлениях про октал, сейчас, возможно, вы слышите, это ветер, который здесь, ну, практически все время. Просто первые два дня, когда мы жили в отеле, там такое, видимо, особенное место, где особо нет ветра, поэтому там и волн не было на море, но мы как-то сразу это не смекнули. Потом нам какой-то таксист сказал: ну, ветра здесь знатные. Мы такие: да, ну, что-то не видели. Ну, стоило ему это сказать, мы сразу это начали замечать. И ладно бы просто ветер, только еще и из-за этого холоднее гораздо становится. Поэтому идем быстро. Город активно застраивается, поэтому местами городская среда похожа на стройплощадку. Потому что сейчас строится какое-то огромное количество новых домов. Инфраструктура еще, ну, в процессе строительства находится тоже. А вот тут рядом с нотариусом вот такой интересный зверь висит. Я его еще вчера заметила. Интересно, что это такое? Саранча какая-то, вы не знаете? Сходили мы к нотариусу, сейчас посмотрела, прошло 1:08. Мы делали 3 доверенности. Повезло, короче, что очереди не было, потому что если так с каждым перейти в очереди сидеть, наверное, долговато. А так мы зашли сразу и терпимо. Просто я вообще первый раз в жизни была у нотариуса. Не знаю, сколько это обычно занимает. Мне понравилась нотариус, такая была разговорчивая, спрашивала там у нас многое. И рассказала про октау тоже некоторые моменты, про то, что люди здесь, как она выразилась, грубые. Если как бы их не трогать, все нормально, но если вдруг что-то им скажешь, то могут и побить. Так что вы будьте осторожны. Просто сказала, что в центре Казахстана живут более мягкие люди, что ли. Ну да, как мы поняли. И митинги там всякие, активности такие политические тоже начинаются все здесь, на Западе. Но мы грубости не встречали, наверное, это связано с тем, что мы... Не нарываемся. И не нарывались, да. Пойдем в наш торговый центр, который недалеко от нас, и зайдем в магазин, покажу вам некоторые цены. Что-то нас отвлекло от похода в продуктовый, потому что мы увидели кофейню. А пока мы сидели у нотариуса, как-то аппетит разыгрался. Вот, в итоге мы взяли одно пирожное на двоих и два кофе. Тут, кстати, да, тоже включено обслуживание, как и во многих местах. Такая цена. Такой тут крутой торговый центр с катком. Так почему-то каждый раз в основном дети там катаются, очень редко взрослые. Хочешь покататься? Нет. Мы в этом году катались в авиапарке только один раз, тоже в крытом. Здесь, кстати, очень большой магазин, просторный. Там гипермаркет. Выбор продуктов очень похож на наш московский. Извините те, кто сейчас считает, что это не наш московский, а ваш московский. Простите, прошлое вы у нас не отберете. Просто молоко. На целый ряд одно молоко. Крупа по 3 килограмма. Мы тут всего на 3 недели, поэтому не закупаемся оптово. Сейчас мы просто показываем. Сейчас мы на самом деле берем
только то, что нам понадобится завтра в походе. Так просто показываю цены. Водичку написали нам взять. 5 килограмм на большую семью. Здесь, в отличие от нас, принято продавать замороженные всякие курицы и рыбы. Охлажденных очень мало. Да, огромные, короче, тут отделы заморозки такой вот в пакетах. И масло тоже замороженное. Ценники, правда, не везде есть. Ну, примерно вот так. Такой огромный выбор колбасы. Если вы, кстати, в Москве остаетесь, мы вам можем посоветовать, где покупать колбасу. В 2 разных местах в Москве. Смотрите в описании. Растительный белок есть. Хочется какие-то сосиски, но так, чтобы без соевого белка. Мы на 7000. Это где-то нужно делить на 7,8, на 8. Это на завтрашний вот этот поход и на сегодняшний обед. А мы уже тем временем дома. Сейчас покажу вам рум-турчик. Ну вот так получается, что обычно в районе 3-4 часов по местному времени начинаем обедать. И поняли, что очень удобно. Здесь можно в магазине брать готовую еду, разное мясо, делать к нему гарнир и обедать. Получается вкусно и много времени не тратится. И недорого. Но пока обедаем, продолжаем просвещаться курсами от интроверта. Параллельно мы еще ищем жилье, которым нужно будет оказаться через неделю в Турции. Все еще ищем. Мы проведем небольшой рум-тур, как обещали. Входная дверь с домофоном, которым мы не пользовались. Очень удобный коридор, в котором можно сушить вещи. Заодно хранить, потому что шкаф тут всего один. Приходится вот так развешивать, типа вешалки. Но на самом деле вешалка есть для верхней одежды. Очень удобно, потому что верхняя одежда здесь не часто нужна. Можно тоже тут хранить вещи. Заходим в спальню. Обещанный большой шкаф, но тут, правда, пол шкафа занято какими-то одеялами, подушками. Очень разный. То есть шкаф не совсем для нас, да? Ну да, получается, что здесь особо ничего не повесишь, потому что есть всего 3 вешалки. Ну можно было бы в коридоре это все хранить, покрывало, ну, одеяло. Шкафчика и комода не хватает, ну ладно. И вот здесь мы расположились, так как мы брали вещи где-то на год, я не знаю, на все сезоны, поэтому у нас их много, чтобы не хранить в чемоданах, я их все сразу выложила. Потому что мало ли что тут за погода, то ветер, то жарко. Ну что тут, все понятно. Кровать, стол, очень много вещей разложено, выглядит все очень грязно, сумбурно. Ну ничего, это все временное явление, особо положить было некуда, поэтому... Ну, кстати, вот место для стола хорошее, сидеть, работать там удобно, но около него нет ни одной розетки, к сожалению. Да, розетки получается только по этой стене. Маленькие зарядки уже не дотянутся до сюда. Вот, и еще один интересный момент, то ли потому, что здесь все время ветер, то ли из-за того, что стройка, но вот здесь вот просто огромный слой пыли все время накапливается, тут, наверное, свето будет видно. Получается, на столе видно пыль, а на подоконнике видно, что это такой прям песок, получается, а не пыль. То есть из-за ветра вот это все приносится, строек разных, она прям тут рядом есть. Ну и просто песок, наверное, здесь же песка очень много. Ну да, почти пустыня. Есть у нас еще, повезло, есть туалет. Вам, возможно, кажется, есть... что свет здесь не включен, но он включен. Одна лампа, она то включается, то нет. Здесь есть стиральные машины, что очень удобно. В общем, все по минимуму, но все есть. В туалете жаловаться не на что, кроме того, что горячей воды здесь нет. Есть не очень теплое и теплое. Не очень теплое — это холодное. А теплая это типа горячая должна была быть. Еще интересно, что унитаз сделан так, что в нем, видимо, идет кран из теплой воды. Так, вот это вы уже видели. Теперь последний оставшийся. Здесь получается студия, где спит на кровати один человек. Есть диван, конечно же, телевизор, колонка Алиса, но это с собой была. И кухня. Кухня, кстати, достаточно неплохая, но нет духового шкафа, что, в общем-то, нам не очень страшно и важно. В целом все нормально. Ну да, неудобно только вот так посуду складывать некуда, потому что здесь как бы нет такой, как сушки, да, сюда не положишь ничего. Получается, не все нормально. Вот здесь вот мы храним посуду,
Здесь приборы. Ну, кому, кто посуду не моет, тому все нормально. Я мою. И балкон. На балконе стоит холодильник. Он помогает охлаждать, когда здесь жарко. Ну, это шутка. Можно... Ну, воду из-под крана, кстати, здесь пить нельзя. Она течет ржавая. Из одного крана сильно ржавая, из другого не очень. Ну, в общем, она непрозрачная. Поэтому воду здесь покупают либо в таких канистрах, либо такие канистры наполняют в автоматах с водой и пьют ее. Ну, в общем-то, это нормально во многих городах так. И еще у нас есть потрясающий вид на море, на самом деле. Ну, кстати, море, да, видно. А еще, что намного круче, им хорошо пахнет прям, когда ветер идет с той стороны. В общем, вам вряд ли видно, но вот там вот. Вот где флаг, кусок моря, еще второй кусок моря есть справа. Но лучше тут площадка детская, тоже прикольный вид, можно и не на море. Стоила эта квартира 18 тысяч тенге в сутки, это аренда посуточная. Нам говорят, что это дорого, наверное, так и есть, но будем считаться, что мы вложились в экономику Казахстана. Ну и мы не сильно запаривались здесь над поиском жилья, просто потому что здесь мы вообще не знали, сколько будем времени. По итогу 3 недели нам здесь нужно было прожить, а 3 недели можно потерпеть и не самые удобные условия. Вышли прогуляться до моря, встретим там закат, покажем красивую панораму. Здесь Октаун сам на таком возвышении большом находится над морем, поэтому при подходе к берегу открывается очень красивый вид во время заката на солнце, море. В общем, чудесный. Хотела немножко дополнить про первые впечатления. Интересно, что здесь очень много во дворах детей. Мне кажется, там в Москве какой-нибудь вообще уже давно такого нет, а тут как будто особо нет родителей и очень-очень много детей разных возрастов. Такие предоставленные сами себе как будто бы. И еще одно, что интересно, много здесь каких-то флешбеков в мое детство. То есть некоторые такие есть моменты, которые относят меня в Татарстан, где я проводила каждое лето в детстве. Во-первых, это то, что язык похож тоже из тюркской группы и на слух, так как я татарский не знаю, просто его постоянно слышала, но не учила, то для меня очень похоже на слух языки. И второе, что здесь тоже бабушки сидят на лавочках почти. Там во дворах на каждой лавочке обязательно по бабушке. Вот это прям обязательно было в Татарстане, в Нижнекамске. Может, это не только в Нижнекамске так было. Напишите, с какого города. И где так тоже было, что бабушки еще такие в платочках обязательно сидят на лавочках. Бывает, что люди замеряют силу ветра по флюгеру. А тут такой самый большой знак, это флаг, флагище, которое сейчас вообще не развивается. Поэтому мы идем, почти закат, нам все еще не холодно, потому что ветра нет абсолютно. И вот мы сейчас около Тимата местного, и здесь просто потрясающая обзорка получается на море и садящееся солнце. Ты сказал какое-то непонятное слово на русском. Ну, Тимат — это что-то типа нашей местной, ну, нашей мэрии. Такая тут лестница, конечно, еще издалека видишь, что море уже как будто здесь близко, но не тут-то было, просто такой обрыв. Получается, там такая набережная, вот там, где пальмы. И можно сюда пройти ближе к морю. Здесь достаточно широкая полоса, вот такая каменистая. И здесь любят люди встречать закат. Сейчас пришли, тут все сидят на этих камушках. Вот он только что. Зашло солнце. Столько людей реально, да? Да, здесь уже второй раз мы приходим, и все время много людей приходят, встречают. Это нормально у моря. А еще тут, кроме камней, есть вот эти цветочки, они очень сильно пахнут. Приятненько. И море здесь не пахнет ничем неприятным. Поэтому локация, конечно, классная. Вот такой необычный тут пляж. Интересно, летом тут как раз лежат на своих лежаках или полотенцах люди? Наверное, да. Потому что пляжная часть большая тут. Мы вот хотим дойти до беседки, которая на горизонте видна. Но это прям прикольно так ходить. Издалека кажется, что кто-то нащелкал семечек. Ну, это такие ракушечки, боже, такие малюсенькие. Природа, конечно, здесь интересная, просто. Вот здесь было море, если что.
Когда мы первый раз вышли на эту набережную, подумали, какие ровненькие, красивые пальмы. А потом начали к ним близко подходить. И думаем, что-то как будто бы с ними не так. В общем, если присмотреться вот по этим чешуйкам, или как они там называются, в общем, по стволу, будет понятно, что таких ровных, аккуратных пальм в природе не существует. Мы подумали, ну ладно, может быть, ствол не настоящий, а сверху там стоит горшок, кадушка с настоящей пальмой. Но нет, это все искусственное. Вот так вот это выглядит. Очень интересно. Зеленые, как памятники, такие медные. Еще что интересно на этой набережной, это какое-то немеренное количество вот этих вот машинок для детей. Мы уже видели на этой набережной памятник осетру, такой разноцветный. А здесь зеркальный памятник тюленю. Очень интересные такие объекты, новенькие видно. Ну вот, нагулявшись, отправляемся домой, пользуемся местными благами цивилизации, заказываем Яндекс.Такси. Стоит аж 1030 тенге, ну, зависит от времени. Сейчас нагрузка большая, время популярное, и вот столько стоит, а когда с утра, будний день, то там 500 тенге выходит такое расстояние. Такой у нас обычный день в Актау. Заканчивается он ужином, потом сон, между сном и ужином какое-то времяпрепровождение. На ужин у нас то же самое, что на обед, не шикуем. Но сегодня у нас будет немного по-другому, потому что сегодня нам нужно встать, точнее завтра нужно встать рано, поэтому лечь нужно тоже рано, потому что следующее видео, вы знаете, куда мы поехали. День заканчивается сегодня рано, мы тут первый раз вообще так рано ложимся. На что делать, завтра не пойдем. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Всем спокойной ночи или хорошего дня. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии.